стекло. Что над моей головой? Ну вот так подойдет. Сейчас лучше. Итак, ты не мешаешь. Начинаем так. Обзорчик. Сталкер. Продолжение. Второй эпизод. Тень Чернобыля. Оригинал. Спонсор Asus. Philips. А, и средств нет. Спонсор есть, но средств нет. И Лёха. Иди, блядь, балбес. Не, ну реально, сколько я тебе должен буду за пекарь? Я заплачу. Хочешь, Лёх? Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка все по твоей теме. Хрен его знает, на какой лет ты стрел остался. Миша, можно без своих комментариев? Выбирай, как мы с тобой поступим. Есть дело нечего. Что за бодягу? Ну, проветришься, заходи. Заходи. А, уже проветрился и зашел. Ай! Ладно. Что? Не успел. Не допрыгнул. Миша над головой стоит. Блин, точно, я на поезд, бля, хуйню не забыл повесить. А нет, я вообще не знал. Тот раз. Первый раз с трупами играл. Пригнал. Ты что, в оригинальном сталкере обычном? У тебя здоровье восстанавливается даже от бинтов, тебе аптечки нахер. Есть оригинал. Так вот я тебе дураку объясняю. Есть мне крякнутый. Ну в крякнутом все можно. Ну это как крякнутый. Нет, не мод, у меня чистый оригинал. Сталкер, но ломаная версия. Там можно все, что хочешь. Как оказалось, это не ломаная версия, это просто дополнение. Человек добавил. То есть можно от двух артефактов ты живой и мертвого. Живее мертвого. То есть тебя убить невозможно. А тебя с пистолетом, с автоматом, тебе пофиг. Просто в тупую бежишь. У меня была эта версия, да хотел. Ты как раз на Юлином компе играл. Пуцай. Вообще-то это был мод. Это не мод был. Была чистая игра. Угу. Чистая игра, которая называлась Солянка, блядь. Нет! Лёх, это ты им потом моды поставил. Парочку. А так, поначалу, это была чистая игра. О, 440 патронов. Заебись. А не 40, блядь. Попёрся один, придурок. Ты бы их вообще продал, блядь. Бабки были бы. Эдди нахер. Оружие убрал. Ты ствол-то убери. Комментатор, рот закрой. Ты ствол-то убери. Сейчас оружие ты... убрал. Тебе кляпик сейчас поставить или нет? Оружие убрал. Оружие убрал. Миша, ты сейчас да и выезжай. Думай, пойдешь спать. Оружие убрал. Спать пойдешь.